Так называемое армянское оппозиционное движение сопротивления после проведения 2 месяцев на площади Франции и демонтажа палаточного городка объявило о новой тактике. Борьба против власти продолжится на улице как минимум до 2 августа. Об этом пишет ереванское издание «Грапарок». В этот день исполняется год с момента вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра Армении, после чего оппозиция получает возможность инициировать вотум недоверия премьеру. Законодательство не позволяет до истечения года начинать процесс выражения вотума недоверия. То есть, после 2 августа борьба оппозиции, по всей вероятности, перейдет в парламент. Нам сказали, что оппозиция намерена вести переговоры с различными политическими силами, в том числе с гражданским договором, чтобы добиться импичмента. Для начала процесса импичмента оппозиции не хватает 25 голосов, а в гражданском договоре есть недовольные Пашиняном, которые не говорят об этом, поскольку боятся карательных санкций Пашиняна. Однако до того, как эта масса преодолеет свой страх, есть опасения, что Пашинян до сентября подпишет мирный договор с Азербайджаном. А до 2 августа оппозиция решила развернуть деятельность в областях, пишет газета. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.